Стрезор и Жан-Вийон, помешав друг другу, вот, по-моему, сыграли. Смотрите, опять, видите, Румениги разыгрывает мяч. Идет сам индивидуальный проход, но здесь не получается. Но перехватывает. Жрец промахивается мимо мяча, и снова Румениги. Усталость. Вырезает мяч дальше на пятого номера, на Ферстера. Лидбарский. Ну и вот, вон этот навес, и Хрубеш прыгает так высоко. Представить себе невозможно, и через себя фантастически, конечно, по красоте гол забивает Клаус Фишер. И 3-3. Невозможное. Сборная Германии сделала, в общем, даже... Ну и главное, какие роскошные это были голы. Какие каждый из них. И удар Трезора, и Жереса, и Румениги, и сейчас Лидбарский. Это были эпизоды, каждый из которых мог украсить целый чемпионат мира, наверное. За 10 минут сборная ФРГ сделала счет из 1-3, 3-3. Еще 12 минут играть после...